Один из самых представительных турниров по ушу в шестой раз стартовал молодечно. Статус и престиж соревнований, подтверждает число участников, их количество перевалило за 200. Это самый многочисленный турнир. Приехали к нам гости из 3 городов России и ребята из всей нашей республики. Турнир организовал областная федерация ушу при поддержке спорткомитета Красненского сельсовета и профсоюза агропромышленного комплекса. Заявки на участие подали 27 команд. Количество участников говорит само за себя. На слабые турниры большое количество участников, большое количество спортсменов не съезжается. И у турнира уже есть хоть маленькая, но все-таки история. И в соответствии с этим мы можем говорить только о росте популярности самого турнира и росте его квалификационных качеств. Турнир «Молодечно» по традиции пользуется популярностью среди спортсменов со всей страны. Частые гости – команды из России. В этот раз в соревнованиях приняли участие спортсмены из 3 регионов страны-соседки. Гости единогласно выставили высокую оценку уровню организации соревнований, отметили комфортное условие размещения. Есть чем сравнивать, очень нравится. Судейство хорошее. То есть не нравилось бы, не ездили. В боях лучше всего себя проявили молодечнические спортсмены. Спортивный клуб «Гладиатор» выставил на турнир 35 участников. До этого они отлично зарекомендовали себя на соревнованиях разных уровней – от региональных до международных. Нет таких турниров, с которых бы воспитанники тренеров Михаила и Сергея Пантюховых вернулись без медалей. Количество сборников, которые входят в состав национальной команды и сборной команды Республики Беларусь по Минской области, представлены исключительно из молодечной. Это количество равно 11 человекам. Поэтому популярность развития нашего спорта в молодечном достаточно высокая. И те тренера, которые работают на этом уровне, они достойны, естественно, и уважения, и почета. По итогам турнира воспитанники молодечного клуба «Гладиатор» заняли первое командное место. Вторыми стали минчане, третьими – спортсмены из Коломны, города-побратима «Молодечно». В личном первенстве молодечницы тоже стали лидерами, завоевав 20 золотых медалей, 7 серебряных и 3 бронзы. Ольга Трубач, Владимир Слиш, МКТВ.